Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Саймон Брагинский на канале Trading Academy Smart Invest. И сегодня я расскажу о некоторых продуктах нашей компании. Я расскажу о том, как я вообще могу быть полезен начинающим инвесторам и не только начинающим, но и продвинутым инвесторам. Я на этом рынке, как вы уже большинство знаете, нахожусь 25 лет. За это время я испробовал множество стратегий, пока я не пришел к какому-то гралю, пока я не пришел к какому-то более такому глубокому пониманию рынка. И сейчас на этой ступени я имею некоторые стратегии, которые приносят мне достаточно стабильный и постоянный доход. И этими стратегиями я готов поделиться, я готов взять деньги в управление, чтобы дать возможность другим людям заработать на этом. И в отличие от других полупрофессионалов, которые находятся на этом рынке, людей, которые, по сути, кроме обещаний, ничего не могут вам дать, у этих людей нет ни опыта, ни знаний и ничего. Просто они хотят взять ваши деньги и желательно эти деньги слить, чтобы потом рассказать вам какие-то истории извинительные, что деньги пропали. То есть они хотят просто эти деньги у вас забрать. Я же, в отличие от них, и как бы я просто профессионал, я американский профессионал с лицензиями на управление активами, с опытом управления этими активами. Просто моя репутация не позволяет мне обманывать инвесторов и поступать с ними таким образом. Поэтому я сейчас, после достаточно длительного периода разработки робота, уже готов дать своим инвесторам порядка 5-6% ежемесячно, с достаточно большой вероятностью, с вероятностью порядка 80%, что подразумевает потенциальную лишь 20% просадку. Я могу дать инвесторам этот доход и принимаю деньги в управление. Как это работает? Это работает так же, как работают в Америке хедж-фонды, большинство из которых на самом деле не могут показать результат лучше, чем дает S&P. И примерно более чем 90% хедж-фондов показывают результат хуже, чем S&P, и как результат закрываются. То есть я же попытался в своих изысканиях найти какие-то ранее неиспользованные моменты, которые позволяют нам, то есть мне и моим соратникам, которые позволили нам прийти к достаточно неплохому результату, оттестированному в течение 6-месячного периода времени, за которым мы показали среднемесячный результат порядка 5,4%. Это позволяет нам с достаточной долей уверенности брать деньги в управление и обещать инвесторам эти проценты. Значит, если вы хотите прийти к нам и испробовать нашу стратегию, мы берем за управление 2% годовых и берем 15% от той прибыли, которую мы для вас заработаем. Принимаются инвестиции в размере от $5000 или выше, ну, чтобы не менее $5000, чтобы нам это было интересно. Открываются сегрегированные счета в Interactive Brokers, где вы и только вы будете иметь доступ к вашему счету. Мы даем вам также договор о том, что мы работаем с вами, о том, что вот мы обещаем, какие риски мы берем и какие риски мы, ну, скажем, на каких рисках мы будем останавливаться, чтобы не допускать больших просадок ваших счетов. И поэтому тем самым мы будем достаточно консервативно относиться к нашей работе, к нашим инвестициям, и как результат с достаточно большой долей вероятности дадим вам оптимальный результат на выходе. Значит, помимо этого, для тех инвесторов, кто хотят сами научиться, кто хотят научиться пониманию рынка, кто хотят научиться работать и зарабатывать на этом рынке деньги, и научиться этому у профессионалов, а не у людей, которые просто платят большие деньги на рекламу, чтобы их везде видели, чтобы о них везде слышали. На самом же деле это уже далеко не новые идеи, которые они предлагают. Идеи, которые все знают, которые не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы их применить, но как результат, я вас уверяю, эти идеи не дадут вам ничего не заработать и не дадут вам ничего путного. Поэтому я в своем обучении, в своих программах годового сопровождения, в своих аналитических программах, я лишь даю людям новое, я даю то, что работает в данный момент, что работает сейчас. Если наступают в рынке какие-то изменения, я эти изменения вижу одним из первых и, соответственно, меняю, модифицирую свою программу в соответствии с этим. Таким образом, работая со мной, вы находитесь на пике того, что происходит на рынке.
вы понимаете последние тенденции этого рынка, и ничто не застигнет вас врасплох. Вы понимаете, когда в этот рынок можно зайти большими средствами, вы понимаете, когда быть лучше вне этого рынка, и, соответственно, вы находитесь в надежных руках. Во-первых, вы сами понимаете, что и когда нужно делать. Если что-то вы сделаете неправильно, то я вас всегда в этом скорректирую. Поэтому я ни в коей мере не хочу сказать, что я хороший, а другие плохие. Я лишь могу сказать то, что другие люди, основная масса из них, являются полупрофессионалами в том, что они делают. Они не являются профессионалами ни в коей мере. Лишь единицы могут похвастаться тем опытом, который есть у меня, теми результатами, которые есть у меня. И поэтому я лишь хочу давать профессиональные знания, хочу нести эти знания в массы. Я хочу, чтобы люди не теряли свое время, и что самое главное, чтобы они не теряли свои деньги, а шли к намеченной самими ими целью, и чтобы деньги работали на них. С вами был Саймон Брагинский. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы или какие-то комментарии по поводу услышанного, пожалуйста, пишите, делайте комментарии в YouTube, можете писать мне лично в мессенджер. Буду рад ответить на все ваши вопросы и на комментарии к моему видео. Всего хорошего и до новых встреч!